Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Зайчик. Уже третий эпизод. На сегодняшнее время это последний эпизод. А следующий выйдет в конце, вроде как, этого года. Так что присаживайтесь поудобней. С вами Казуку Фэмили. Ставьте чаёчек, кофеёчек. Тут такая вот мрачненькая музыка. А я вот решил под свечой играть ночью, чтобы было как-то вот атмосферненько. Я уже проверял сохранение. Они вроде как, да, работают. Асу, это каким надо быть урод? Ой, девочки, Да-да-да. Замолчи. Так. А зрачки? А, не зря. Да-да. Только что ты ее никто из здоровых людей не видел. А этот наивный простак ей верит. Стоп, а как проматывать? Нет, ну вы представляете? Эй, подожди. Словарь это понятно. Сейчас, секундочку. Так. А если я, допустим, авто поставлю? Это правда, Антон? Ну и где авто? Неужели действительно? Тебе не здоровится? Блин. Алло. Полина, послушай меня! Как же ты... Так, сейчас сек. Секунду, ребят. Ну это мы все видели, я просто, чтобы пройти второй эпизод. Утащили какого-то. Вставай! Ай. Трешачок. Ольх, подожди. Так, сейчас. Вот здесь заканчивается этот. Сова. Ну давайте, мы все видели это на прошлом стриме. Давайте. Пожалуйста. Ну давайте, ёпарасоте. О, кстати. Я, наверное, хочу... Так, а может здесь сохраниться? Так, может здесь сделать скриншотик? Так, стоп. О, гениально, офигенно. Я, наверное, даже и сделаю это под превьюшку. Так. Вы... Все это мы знаем. Блин, а почему КТРЛ не пропускает? А? Почему? А в чем разница туда пропускать? Так, ну то, что... О! Все отлично. Это тот, который Бабулина ненавидел. Ну да. А вот начался, по-моему, третий эпизод. Это я случайно уже пропустил. Так. Музычка очень прикольная. Ну что, ребят, продолжаем проходить третий эпизод. Третий из пяти. Волк в овечьей шкуре. Мы уже знаем, что пропал... Бабурин. То есть пропал не только у нас Вовка, но еще и Бабурин. Будем разбираться.
Думаешь, это он сделал? Я слышала, он со странностями. Ну да, когда они его побили. Горло тебе перережу, слышишь? Да, я помню этот момент. Неужели Ромка грозился всерьез нагнать бывшего приятеля в чаще, ну и ёбнуть, да? Дум-дум-дум. Дум-дум-дум. Убить просто так? Блять, это в голове не укладывается. Я судорожно протёл стёкла очков. Очки! Ну да. Ему кто-то очки вернул, да? Ну да. Возвращаемся к классу. И фотография. Сёма пропал. Семёна нет. Ну да, что больше пацанчика нету, типа. Ага. С другой стороны, разве мне и правда хотелось, чтобы Сёма стал мутным пятном на доске объявлений? Чей-то сын, чей-то внук. Оказался, блядь, петух, да? Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ну да, страшно знать ответ. О! Полинка со скрипкой. А, вот и Бяша с этим. Ага. Хорошо. И что дальше? Что случилось? Их взгляды. Ну да, они все думают, что это я сделал. Мы же с ним состыканулись в драке, да. Да что такое смотреть? А, я не сел. Садись. Бабушка Бабурина такой кипиш устроила, когда он домой не явился. Сначала в школу прибежала, потом ментов вызвала. Да-да-да. И чё? Тебе-то чё? Вот, знаете, я в школе таких крыс не люблю, как она, которые слухи распространяют только из-за того, что она так подумала. Понимаете, ребят? Это трэш. Трэш. Мне бы не жалко было ей по морде дать из-за того, что хоть она и баба, но это не дает ей права унижать или распространять левые слухи о людях вообще. Не-не-не-не-не. Зашукала она. Ну а смысл? Ну, крикнул бы, что он невиновен, а толку-то? Ага. Ха, они вернулись к Антону очки. Убийца. Ага. Ага. Хоть и не верит кто-то. Не надо быть Коломбо, чтобы догадаться. О чем догадаться? Катька, хулиганка.
Так, что тут у нас? Наливка ягодно-спиртное. О, 30 градусов, неплохо, водка на ягодах. Дожди Марго означает долина смерти на Ближнем Востоке. Ага. Был еще Алан Чумак, советский деятель. Ага, как целитель и экстрасенс. Я об этом не знал. Мурзилка, но этот журнал даже я знаю, кстати, довольно прикольный. А, Мурзилку даже я читал, она мне нравилась, когда еще был малым. Ну, теплоизоляция окон, я знаю, что это такое, чтобы щели окон закрывать тканями или ватой. Ну и Коломбо, это детектив. Детектив, короче, Коломбо, вот. Дальше. Кто на Баборина зуб имел? Слушай, будешь так тарахтеть, Катя, я тебе сам поимею на перемене, ясно? Бесит. Кто его вчера ударил? Поиздевался, а после... Издевался? У тебя есть доказательства? Сучка. Так. Ха. Да прикуси ты! Да, да, прикуси свой, как сказать, вруний язычок, вот. Язык ружки. О, язык вружки доведет до траха пиздюшки. Во, язык вружки доведет до траха пиздюшки. Все, выкуси! Катька! Баборин, небось, с бабкой посрался и дымил на... Ага. Скоро найдется! Ага, Бяша, согласен, четкий пацан. Найдется, ага. Ага, зарули рукава, блин, Катька. Во враге, со вспоротым брюхом. Че, блин, этих ужастиков насмотрелась, блин, Катька. Сглотнул. Видишь, словно говорит он мне презрительно, это все твоя вина. Ну да, ну да. Флешбеки. Текс. В класс вошла Полинка. Ничего не делая, да? Так, начало урока. Так, заканчиваем бардак. Дети, встаньте. Да-да, дети, встаньте. Поздоровайтесь с учительницей. Петров, тебя это тоже касается. Наша служба и опасна, и трудна. На первый взгляд она не видна. Но может быть однажды ты поймешь, что когда-то ответишь за пиздёж. Наша служба и опасна, и трудна. И таким простым пацанам не видна. Но может ты однажды поймешь, что когда-то ответишь ты за пиздёж. Как какой-то обрезанный ёж. Ту-ду-ду-ду, ту-ду-ду-ду. Ту-ду-ду. Такс. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте! Правильно. Садитесь. Садимся. Познакомьтесь, это старший лейтенант Константин Владимирович Тихонов. Короче, Костя Тихонов, окей. Он задаст вам несколько вопросов и проведет небольшую лекцию по безопасности. Давайте. Ха. А правда, что Бабурина маньяк убил? А хули ты на меня смотришь, а?
Ты думаешь, милиционер такой писявке поверит, как тебе? Екатерина, ну-ка цыц. Вопросы здесь взрослые задают. Да-да, малолетняя узнавалка, блин. Просто нам всем страшно. Ага, особенно тебе, как ты по сторонам смотришь. Тебя первые съедят. Может, убийца бродит где-то рядом? Ага. Впереди тебя, блин. Лиса сидит, вот. Или сидит у нас за спиной. Перед твоим лицом. А чё ко мне сразу? А, ну то, что, наверное, свидетель, да? Типа первый, да? Так, спокойно дыши, ну давай. Ты никого не убивал и не похищал. Ну? Петров Антон? Да. Да. Встань, Петров. А может, я обосрался, чтоб вставать? Ну? Да никто тебя не посадит, чувак. Я ничего не знаю. Я тут ни при чем. Ну, ты что-то знаешь, а виновен ты или нет, решить следствие. Хотя колония несовершеннолетних маловероятно. Родители могут только как-то, не знаю, там, под присмотром родителей. Не знаю, короче, как это называется. А тебя никто и не обвиняет? Во-во. Пока что. Ага. Личное дело 131. Так, фотография. А чё в папке? Фотки, следы. Ты с Семёном Бабуриным общался? Вот жалко, выбрать нельзя. Я знал его всего один день. Да-да. Все знают, Петров его ненавидел. Но было за что, он пизданул мне поебальничку. Не, никак не считается, да? Давай тебе поебальничку пизданут пару раз. Посмотрим, будешь ты любить человека или нет, а, Кать? Ах ты мерзкая сука. Да-да-да. Вцепиться зубами в Катино лицо и выгрызть щеку этой шестерки. Мы повздорили вчера. Да, правду сказал. Но он первый начал. Во-во. Я его ударил. Да, было дело. Сильно? Слегонца. Как он заслужил, товарищ майор? Да нет, так. Да, по щечке, как сучки, дал и все. Бабурин проблемный подросток. С шилом кое-где. На, шилом в жопе, блядь. Сам ко всем лез. Во-во. Правда, матка. Училка молодец. Так, тетрадь. Угу. Это твое? Ну, допустим. И чё? Ну, я ее потерял. Мало ли бывает всякое, блядь. Мое. В лесу нашли. И чё? Там же тракторист, что снег убирал, в последний раз видел Бабурина. И чё? Тетрадку я уронил и мог еще и вчера уронить, не обязательно, когда Бабурин был. Но. Ну понятно, что он сейчас скажет. Не выдавай. Ха. Не смотри, не мусорнись. Ну да. Так что ты делал вчера в лесу, Антон? Грибы, блядь, собирал. Я в школу через лес хожу.
могла выпасть легко. Да. Будь осторожнее. Класс. А сейчас лейтенант расскажет о правилах, которые вам необходимо соблюдать. Фу, блин, свечка воняет, блин, потухла. Уже чуть-чуть тут осталось, блин, свечки. Просто, блядь, лампа сломалась. Ха, так маньяк все-таки есть. Да, и он тебя первой трахнет, Катька. Прикинь, я прям специально маньяку скажу, что вот есть такая Катька, наглая пизда. И все, тебя раком нагнут, отвечаю. Пока мы ничего вам сказать не можем. Да-да-да. Но есть преступник или нет, вы должны четко помнить о собственной безопасности. Вас бережет милиция, вас опекают родители и учителя. Но в первую очередь защищать себя должны вы сами. По факту. Итак, кто там что хотел узнать? Так. Короче, есть вроде вероятность, типа, посмотреть тетрадку. Но я вот не знаю, есть смысл ли ее осматривать. Так, но я могу сохранить вот это, Так. Ага. Слишком мало времени прошло с момента исчезновения вашего одноклассника. Ты будешь писать, а? Все уверены, что он найдется живым и здоровым. Пиши. Что там? Чё? В смысле ушла? Десять лет. Подожди, Катька, это та самая Катька? То есть перед нами пропавшая Катька? Вы серьезно? Подожди, подожди, а мы папку посмотрели, мне реально было интересно. Стоп. Пиши. Ну, пиши. Чё? Чё? И еще раз. Вот сука. Если вы заметите в поселке кого-то подозрительного, неважно, возле школы или на лесной тропинке, сразу сообщайте в милицию. Окей. Так, ну получается, мы узнали, короче, что Катька пропала. Но это та самая Катька, мне интересно. Телефон-то знаете? 102. 102 сейчас, а раньше 02, да. Спасибо, ребята. Спасибо, Лилия Павловна. За что? И это. Одноклассника вашего мы найдем. Ага, а Вовку-то его с перчаткой нашли в лесу в начале игры, не? Вот-вот, ну да. Поройтесь во врагах. Как лего соберут. Так кто маньяк? Лиса, что ли? Маловероятно.
Так, у нас был выбор, да? Но мы не спалим ни Бяшу, ни Ромку, в принципе. Текс. Промолчать? А чё рассказать-то, блядь? Ну давайте попробуем рассказать. Короче. Текс. Тоже два сохранения, наверное, сделать. Мне интересно посмотреть все выборы в этом эпизоде. А ну что будет, если рассказать? Ага, ну ради сестры. Простите. Говори. Ого. Так. Я слушаю. Давай. Ну, естественно, будут изучать, ты хочешь что-то сказать. Вчера утром по дороге в школу я видел незнакомого человека. Да откуда ему знать, чужак это или кто-то из местных? Молчи. Он же в поселке без году неделя. И что? Чё ты, учительница, воду мутишь? Спокойствие. Дальше. Антон, а сможешь детальнее описать? Я нарисовать могу. О. Я рисую немного. Да-да-да, он, кстати, может это. Следственный эксперимент. А, подожди. Полина заинтересовалась. А чё ты, тебе-то чё, ты не лиса? Чё ты это? Нарисовать? Давай. Лиль Павловна, мы тут проведем следственный эксперимент, а? Пожалуйста, пожалуйста. Давай. Рисуй. Ну что, Ван Гог, рисуй. А я откуда знаю? Подожди. Серьезно? В натуре? В натуре? И чё, он поверит? В лесу? Вот, пожалуйста. Хм, и кто это, по-твоему? Лилия Павловна, не узнаете? Случаем не ваш трудовик? Какая отвратительная рожа. Да это батя Петрова. А ну цыц. Блин, мне сначала... ребят, присмотритесь. Мне сначала на доске... На доске. Показалось, что не гулять буду. Ой, гулять на виду. А блять на виду. Вот смотрите, вот серьезно, если издалека так подумать. Блин, серьезно, они специально так написали, будто не гулять на виду, а блять на виду. Блять, это реально так смешно. Ёпарасоте. Вот реально, присмотритесь, ребят. Вот, вот здесь, смотрите. Вот. Гулять. А если, блядь, на виду, ну серьезно. Все ясно. Что тут еще скажешь? Ну, занимайтесь. Ха. Придурочный. Иди нафиг.
Идите нафиг. Так. Ага. Я в тебе не ошибся, Тошик. Пацан! Не спалил, как мы чуть было свинью не забили. Ха. Это повело бы милицию по ложному следу. Наверное. А вы точно не имеете отношения к исчезновению Семёна? Ха. Мы-то нет, а вот ты. Помнишь, как срулил от нас в потемках? Ага. Ага, я так и говорю, очкарик в дверь! Тебя вырного нагонит и кокнет на! Ага. Базаришь. Однако мы тебе верим, а ты нам? Ни хрена. Хотя... Вот ты славно. Что ж, Сёма пропал, это правда. Угу. Как и факт, что не просто пропал, а скорее всего уже сдох. Кто знает. Чё? А ты почём знаешь? Так... Мы за это уже терли. Здесь такие случаи не впервой. Весело. Что? Думаешь, Сенечка, Вова этот и Сёма в Нарнию попали? Mm-mm. Посидят в лесу с карамелькой за щекой и назад пришлёпают? Mm-mm. Ясно же, кто их к себе прибрал. Неужели чёрный? Кто чёрный? Маничелла! Бля, буду пацаны, это все местное Чикатило. Вычислить бы еще, кто он такой. Ну, если этот убийца Бабурина завалил, он и по нашу душу явится, отвечаю. Ну да. Что же делать? Вместе держаться, вот что. Втроем мы, как Вольтрон. Ну, это анимешка такая старая была, поэтому... Это... Что? В Вольтроне их пятеро было. Ну, считай, мы покалеченный Вольтрон. Урезанный, не покалеченный. Ладно, раз Сёмы больше нет, айда с нами. Погнали. Дело одно есть. Постоишь для вида, покараулишь. Тебя, кажется, уже боятся все. Так. Вон этот лох! Стой на стрёме, и если кто из училок объявится, дай знать. Ага. Гляди в четыре глотна. Давай, давай. Ты нам должен. Да, да. Ничего я не должен. Ты чё, не понял? Может, тебя на счетчик поставить, а? У шлепок майонезный. Но, но. У шлепок. Все, вали давай. Да. Камера. Ого. Полароид. Он твой? Теперь да. Теперь мой. Мне тут один должник велик торчал за свой гнилой базар. Но, говорит, нет у него велосипеда. Вот и расплатился Фотиком. А мне он, честно говоря, в хер не впился. Кто, Фотик? Да... Раз он тебе не нужен, можешь мне его отдать? Конечно. Конечно. Угу. Ты извини, братан, но я вещами просто так не разбрасываюсь. Во-во. Могу в ломбард загнать, ну или разыграть во что-нибудь.
Ну давай я с тобой на него сыграю. Только во что? Чаром! Снимем с нас в Антоске последние штаны. Я тебя что, пидор с пацанов штаны снимать? На что играть собрался? У тебя хоть бабки есть? Во-во! Свети карманы, Тосик! Так, смотрим, что в карманах. А, этот, фантик. А на вкладыши играете? Хочешь, чтобы я целый фотик за какой-то там фантик отдал? Это за... Мерседес-Бенц. Да жвачки это рубль цена, а в полароде кассета еще целая. Да это да! Ой, у меня таких вкладышей жопой жуй, на кой мне еще? Мерседес-Бенц, на! Его-то нам и не хватало, Робыч! Собирают, собирают. Ну ты и трепло, братка. Теперь он за него цену до небес взвинтит. Ха-ха. Ага, значит, появился интерес? Да-да. Так во что будем играть? Подкидного? Не. В ножички? Не, хуёжечки, блядь. Так. Ну, конечно, они наебут. А давайте в камень-ножницы. Во-во. О, а ты у нас любишь рисковать. Ну что, мой полароид против твоего мерса? Да. По рукам. Давай. Так, а можно сохраниться перед тем, как они мне жопу надерут? Есть! Да? Серьезно? Стопэ, стопэ! У нас принято до трех побед. А раньше сказать? Ха-ха! Не предупредил, сука. Ты думал, все так просто будет, да? Пощёль, на! Я первый раз выиграл, на! Теперь они три раза хотят, на! Ну, кстати, интересно, а что будет, если фотик за, типа, выиграть? Не пойму я, чё ты хмуришься так? Один раз уже выиграл преимущество на твоей стороне. Давай-ка продолжим. Раз, два, три! Давай. Камень на! Ах ты сука. Бумага на! Сволочь. Камень на! Блять, еще раз осталось выиграть. Интересно, получится, нет? А если я сохранюсь? Так, подожди. Так, 2-2-2. А что он может? Камень на! Ха-ха-ха-ха-ха! Мы выиграли фотик! Ребята, мы фотик выиграли! У-ху! Вот! На, кулак, на! Ну, я выиграл? Или теперь мне нужно еще и Бяшу обыграть? Да нахер ты это, блядь, сказал? Не надо! Че, драться будут? Серьезно? Эй, Ромыч, все по чесноку, на! Во-во! Давай сюда! Везучий ты, сука! Ха-ха. Держи! Везучий, Казоку Фэмили всегда везучий. Ну, хотя бы в играх. Только писюн свой не фоткай. Я письку Катьки могу сфоткать, устроит? Слушайте, реально, мне прям рили повезло. Ну это понятно, что они пропали.
Да, на лицах одноклассников читались перемены. Боялись за жизнь, да? Так, записка. Ну и кто? Что там? Так, подожди, ежевика это... Жду тебя в тупичке у раздевалки на толчке, да? У раздевалки на толчке, да? Не, прикольно получилось. Жду тебя в тупичке у раздевалки на толчке. Приходи один. Письку покажу, да? Ой! Ой, Полинка. Тетрадку уронила. Подлинка, да? Петров! Да ты совсем зрение потерял. Ну да, я типа слепой. Поправил очки. Признак. Ну, в признак, да. Прости, я так торопился. Ты меня ждала? Что случилось? Так. В принципе, можно и тут. Выберу потом для превьюшки картинку. А знаешь, на что ты похож, Антоша? На яблоко. Яблоко. На блюзовую импровизацию. Подожди, дай мне сохраниться, блюзовая импровизация. Блюзовая импровизация, словно дискриминация. Ты не бойся потерять, если надо. Купи опять. Так. Ну. Это как? Да-да. Для меня все люди с чем-то ассоциируются. Так, ассоциации, да, люди? У меня, короче, персонаж же у Казуку Фэмили, если кому-то интересно, ассоциируется с этими, как его, с аниме-персонажами, во. У кого-то, как из компьютерной игры. Эй, Райдер, ты сука, как Райдер, но если все понимают, о чем я. И для меня, но не с музыкой же. А с чем, с рисованием? Вот как раз с музыкой. Давай. Бывают люди... гитарное соло, или барабанный бой, или военный марш, как наша Лилия Павловна. А я Курт Кобейн, да? Rape me. А ты такой задумчивый, таинственный, иногда немного печальный. Ну, кстати, Антошка на меня похож, я задумчивый, таинственный, в подворотне. И иногда печальные. Да, есть такое дело. Но только цыц. Никому не говорите про Казуку Фэмили. А иначе найду и покараю. Хе-хе-хе. Шутка. Так. Ты точно блюз. Ты точно блюз. Я блюз. А ты рок-н-ролл, детка. А почему импровизация? А это когда слушатель не догадывается, куда свернет мелодия, какой темп возьмет. Да. Эх, Полинка, Полинка, сладкая ты малинка. Чтобы распознать в тебе музыку, нужен опыт и вкус. А у тебя опыта хоть жопой жуй, да? Это не какая-то там эстрада. Ну да, пам-пам-пам-пам-пам-пам. Я, наверное, вообще не знаю, что такое этот блюз. Да, Антошка. Музыкальных у тебя предпочтений мало. Не произноси при мне такие слова.
Я тебе обязательно дам кассету. Да, с блюзом. Окей. Раньше мне дедушка из города столько музыки привозил. И джаз, и свинг, и классику. Неплохо, неплохо. А чё он тебе Металлику не привозил? Металлика топ. Рок-н-ролл. Ой, рок точнее, да. Это он подметил, что у меня склад ума, как у музыканта. Прикольный дед, согласен. Я ещё совсем маленькой пыталась на бумаге записать звуки природы. Пение дождя, леса. Пение дождя? Ну, вообще, да. Короче, дождь звук издает. И лес, и трава, и даже... И даже бабушка Яга хотела сказать. Ну ладно, не в тему. Так. Эх, мне бы твои уши. А мне бы твои глаза, сейчас она скажет, я знаю. А мне бы твои глаза. Да. Только нахер они тебе нужны? Я слепой. А у тебя уши острее, чем мои глаза, блядь. Ну? Да-да, я серьезно. У тебя глаза художника. Да ты капитан очевидность, Поля. Смотришь на вещи и фиксируешь их. Я так не умею. Ну, два сапога пара, присоединяйся. Катька, сука. Давай. Теперь понимаешь, почему мы тут прячемся? Вот из-за таких, как она. Да, в кладовке ее связать, спрятать, и хрен она больше куда пойдет. А Катька какая мелодия. Давай, говори. Скрип несмазанных дверных петель. Да-да-да, есть такое дело. Знаешь, такой мерзкий дискант. Ну я же говорю. О-о-о. Ага. Вали, вали, Катька. Так. Что там у Полинки Морозовой? Любопытный Варваре кое-что оторвали. Знаем, знаем. Прости, это анкета? Заполнял когда-нибудь? Ворунишка. Так, список стандартных вопросов про актеров, цвета, доверить кому-то такую тетрадку считалось показателем дружбы, да? Прекрасно. Всем даешь тетрадку, они узнают твои интересы, знают о тебе больше и перестают быть друзьями. Зашибись. Хочешь, заполни мою. В смысле твою заполнить? Твою анкету? Хочу, спасибо. Ага. А я лису выбирал, блядь, а не тебя, Полин. А хотя... Там же столько секретов. Ага. Что ты ела сегодня, да? Наверное, лучше тебе не знать, о чем мы, девочки, думаем. О чем, о сексе, о чем еще девочки, о любви могут думать, о шубах, о подарках. И мало думают, кто о человеке. Знаем, знаем. Но не все девочки такие. Так. О, вот это еще и... Блин, вот тут они красиво ее не нарисовали, я не знаю, специально или нет. Блин, ну вот этот кадр вообще чешуенный, вот этот. Она реально красивая, эта Полина. Влюбился ты, Антошка, а вдруг лиса красивее Полины, вот откуда ты знаешь, да? Давай. Ваша анкета является важнейшей уликой, и я вынужден временно изъять ее для изучения.
А Полинка немножко охренела, да? И что мне грозит за сокрытие улик? Насильственные действия тебе грозят. Следствие покажет. Да-да. Куда карта ляжет. Сдаюсь, товарищ милиционер. Да я смотрю, Полина, ты прям в ролке опытна. Писька малолетняя, Полиночка-сосисочка. Только обещайте ничего не читать. Ага, конечно. Здесь содержатся секретные сведения. Ага, конечно. Интриганка. Боюсь, что мне все-таки придется выяснить, не влюблен ли кто в гражданина Петрова. Ха-ха. Вот и все. Тогда поклянитесь, что не станете разглашать информацию. Ага. Честная милицейская. А теперь, Антоша, самое время поторопиться. Ага. Ну. Смотрим, чё в тетради. Анкета. Так, это у нас Рома. Ага, она дружит с Ромой. Кстати, смотрите, знаете, что я подумал? Если у Лисы компания, да, она знает Рому, Бяшу, допустим, да, Лиса это, допустим, Полина. У меня есть подозрения. Очень большие подозрения. Так. И, короче, смотрите, в чем прикол. Короче... Сова, волк, медведь — это, короче, компания Лисы. А компания Лисы... Ой, извиняюсь. Компания Лисы — это компания Полины. У меня очень большие подозрения, что Полина — это Лиса. Рома я не знаю кто. Бяша я не знаю кто. Сова я тоже не знаю кто. Ну и кто этот, как его... Толстяк этот, я забыл, как его зовут. Короче, кто пропал. Пропавший мальчик Вова, я не знаю кто. Без подозрений. Так. Так, это у нас Рома заполнял. Так, это у нас Полина. Так, любимая музыка у нее Шуберт. Лучший друг дедушка. Ага, вот кто дедушка у нее, непонятно. Слушать. У нее хобби не скрипка, а слушать, да? Так, а теперь заполняем это мы. Петров Антон, 6-й Б, группа Кармен. Любимый праздник Новый год. Хобби рисование. Мечта посетить у него Диснейленд. Мой герой. Кто такой Па? Не пойму. Ха, Человек-паук. Ладно, пусть будет Человек-маук. Так. Чего боюсь я больше всего? Номер телефона. Так, любимый мультфильм почему-то Трансформеры. Лучший друг. Ну, кстати, он боится, если он скажет лучший друг Алиса, Лиса, то получается он спалит, короче, эту, как ее, Лису. Девочку в маске, да? Анкетный вопрос, такой легкий и такой важный. В смысле ты?
И кто ты? Кто? Ты тебе улыбишься? Да так, анекдот вспомнил. Ну, Денис, тогда на! Так. Кощей вышел на крыльцо почесать себе сундук, зайца, утку и яйцо. Тупой анекдот. Ясно, Петра осел. Ну, идем на. Ну, мы знаем, кто такой Петросян, поэтому в сведениях я вообще не буду смотреть. Текс. А куда? Хер куда, короче, да? Идем на. Ага. Пошли, надо. Мы теперь в одной связке и действуем заодно. Ага. Помощь твоя нужна в кое-каком дельце. Ну, давай. Дельце. Ха. Так говорили незнакомцы, звоня нам в старую квартиру по телефону. Бать, позови, дело есть. Ха. Так. Ну, пошли. Представляет. Текс. Мрачный Ромка. Да, сейчас прикол будет. Что происходит? Ничего, проветриваемся на. Проветривайся в другом месте! А мне и здесь нормально, да, куколка? Видишь? Ты ее напугал! А тебе какая забота, говнюк? Вали, пока целна! Пацаны. Ай, больно как! У меня сотрясение мозга! Ну да, подсвечники. Это что, цветы? Позволь проводить тебя. А то, сама знаешь, шастают тут всякие маньяки. Ну а тёна, бедным маньякам уже и посасывать нельзя. Эх, хреновый с тебя маньяк, Бяшка. Даже Тоха не повелся. А она нас в два счета раскусит. Влюбился он. Она? Кто она? Что тут творится? Ну давай, признавайся, Ромка. Да, маленькая репетиция, братан. Хотели на твою реакцию посмотреть. Ага. Да Ромыч в тёлку одну втёрился. Ха-ха. Вон откуда-то цветы нарыл на. Пасть заткни! Ха-ха. Я так, планирую подкатить слегка. Разыграть представление, а то она неприступная, мать её за ногу. Типа, гуляет девочка себе, а к ней докапывается такое вот говно. Там ты говно! Ну и я такой её раз и спасаю. Но чё-то Бяш совсем бездарный актёр. Давай-ка ты маньяком будешь. Ну, давай. Я? Да. Ну, а чё? Через плечо.
Как по телеку показывали, маньяки вообще всегда тихие, скромные люди. Вот прям как ты. Ты офигел? Я там не маньяк. Я Антошка. Обычный дружок. А благодаря Катькиным сплетням, все в школе думают, что именно ты Бабурину кокнул. Ну, пусть думают, боятся, чё. Давай, соглашайся, Тох. А чё делать? Давай. А что делать-то надо? Ты же видел бешеное кривление? Угу. Тип, идешь ко мне, борзый такой. Можешь разок в печень заехать? Удар в печень никто не вечен, да? А я тебя тип херак и в сугроб. Ага. Ну давайте попробуем. Давай. Давай. Отлично. Погнали. Бяша, меняешь пол. Ты теперь тёлочка. Гуляй. Я тёлочка, красивая тёлочка. Я гуляю, ла-ла-ла. Тоха, действуй. Она моя! Рискни! Подскользнулся, да? Ой, бля! Да погоди ты, не дергай! Руку сломал. Не сломал? Да не, ушиб вроде. Ну, хотя бы так. Лед приложить нужно на. Тебя, мудака, приложить нужно. А он тут при чем? Ты из-за снега подскользнулся. Об стенку башкой. Да, если я так при подруге навернусь, можно будет про нее забыть. Давай еще раз отрепетируем. Вечером, как рука пройдет. Окей. Не хочу опозориться перед первой скрипкой школы. Да, ребят, вы поняли. Ромка втюхнулся в Полинку, но я, наверное, Полинку выбирать не буду. Просто не хочу. Я в прошлый раз Лису выбирал, а не Полинку. Что-то мне Полинка не особо зашла. Я из-за нее пизды получил. Из-за этого. Ну, не только из-за этого, просто. Просто. Договор. Угу. А Антон все-таки в Полинку влюбился. Весело. Договорились. Блин, ну с выборами должна быть, блин, новелла. Почему вы заставляете Антона влюбиться, блин, в Полинку? Весело. Вот это я понимаю, команда Вольтрона. Ну да. Один за всех. Ага. И все на одного. Захлопни. Ха-ха. Если вдруг тебе понадобится помощь, Антох, можешь рассчитывать на меня. Ага. А теперь бывай. Давай. Вечером мы к тебе заглянем. Давай. Погнали. Вот и все. Он думает о Полине. Ромка заберет Полинку. Вот, 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 вот
книжку читала. Хм. Миниатюрная копия мамки. Ты меня не слушал, так? Ну... Оля, прости. Хм. Ты же не сердишься, правда? Я просто задумался. А давай в приставку поиграем. Хм. А как же второй джойстик? Не работает же. Хм. А папе починить некогда. Угу. Можем из пистолета пострелять. Ага. В ковбоев или уток, хочешь? Ты лучше меня играешь. Да ладно тебе. Поди целый день тренировалась, пока меня дома не было. А как ты догадался? Интуиция Шерлока. Я сейчас, знаешь, какая меткая? Считай, уже проиграл. Не на того напала. Включай скорее. Погнали. Постреляем, да? Насыщенная серия. Давай. Один дома даже. Джеки Чан. Рок Ли, по-моему. Что дома интересного происходило? Ага. Что? Оль, что-то случилось? Говори. Ну, давай. Мама. Ну? У нее опять был этот страшный. Страшный. Приступ. Приступ. Ага. Папа принес большую рыбу. Допустим. Она в газету была завернута и пахла так. Бэ. Пахло, да. Ага. А мама опять начала злиться. Потом взяла нож. Они начали громко ругаться. Ну? Потом мама ударила. Ну? Вот так. Ну? Рыбу. Ну? Она была живая тоже. Ей было больно. А мама... Мама... Ну? При нас человека сбило автобусом. Ого. Ага, или когда бабушка отрубила голову цыпленку, мама всегда впадала в страшный, пугающий до дрожи приступ. Угу. Капец. А папа, он ей помог? Вначале он засмеялся тоже. Ну да. Отцу было типа смешно, да? Так страшно, когда увидел, что маме плохо. Трэш. А потом вдруг заплакал. Ага. Жесть. Нахер его знает, не знаю. Они сумасшедшие.
Кто знает, кто такие родители. И у нее такие глаза. Лишь бы ты не была сумасшедшей, Оль. А, она смотрит в окно. Ага. Ну давай играть, ё... Господи, вот же этот грёбаный скример. Переключи! Переключи скорей! Окей. Я сам чуть не это... кирпичи не наложил. Текс. Надо расслабиться и пострелять в уток, да? Расслабиться нужно, парни, нам расслабиться. Приносите пиво, чтобы ссать красиво. Давай, let's go. Погнали. Тын, тэрэ, тэн. Тэ-т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 э
Такое себе. Да вот, завел пару друзей, наверное. Ага. Ого, целых двух. Везет. Ну, как сказать. А ты говоришь, лисичку видела? Ага, ее зовут Алиса. Зашибись. Откуда ты знаешь? Она так сказала? Да, та самая. Да, когда с мамой мусор ходили выбрасывать. А еще говорила, что спасла тебя. Good end. Спасла? Ну, та самая Алиска-пиписка. А еще она что-нибудь говорила? Нет, наверное, да? Нет. Мама так быстро вернулась. Я ее хотела с лисичкой познакомить, а та уже убежала. Понятно. Ты ее не боишься? А чего бояться-то? А почему я должна бояться? Алиса добрая, такая пушистая и красивая. Угу. Не то, что сова. Ну, сова, да, такая фыр-фыр, фыр-фыр. Чур, я первая! Ну, давай. Погнали. Давай. Кря-кря. Подожди, дайте сохраниться, а то мало ли... Сколько вы тут будете мне челленджи устраивать? Тик, тик, тик. Как стрелять-то? Алло! А где прицел? Йо! В смысле выкол? В смысле? Подожди, прицел где? Давай. Тэ-тэ-тэ-тэ. Да блин, где прицел? Подожди, у меня прицел исчезает. Ми-ми-ми-ми. Давай. Метка, ничего не скажешь. Ну давай. Кря-кря. Кря-кря. Тэ-тэ-тэ-тэ. Давай. Ну. Кря. 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 Давай, 5 тысяч. Тац. 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 Кряц. Кряц. Та-та-та-та-та. Давай. Кряц. Кряц. Та-та-та-та-та. Перфект. О, это ты виноват, что я промазала. Я? Нихуя. Чё бояться-то? Ты еще раз стрелять будешь-то. Давай, покажи свое мастерство, Аима. Давай.
Последний раунд, он трудней самый. Ух ты, блядь. Слушай, они сейчас начали... Начали быстро это... Блядь. Я, наверное, специально проиграю, да? Ква-ква-ква-ква-ква. Нищетова! Ты ближе к экрану стоял! Я с тобой так больше не играю! Ну, не-не-не-не. Ну, и не знаю, иди свои мультики. Антон, тебя к телефону? Да иду. Девушка какая-то? Угу. И это Полина, да? Не споткнись, смотри. Она же номер нас знает. Тек. Алло? Алло. У твоей мамы такой молодой голос. Ну да. А, ну да. Она сама молодая. Не мешаю? Да нет, я тут что, кофе пью. Разговариваю с подписчиками Казуку Фэмили. Нет, что ты. Да. Ну давай уже. Рисуй. Всякие. Я прочла твои ответы. И чё? А тебе действительно Кармен нравится? Не, ни хрена. Мне, если по правде, русский рок больше нравится. И летящий вдаль беспечный ангел. Мне нравится ария. И летящий вдаль беспечный ангел. Но я почему-то постеснялся это написать. Не все поймут. Вот так. А хочешь, Антоша, и я честной буду? Ну давай. Конечно. Мы рисуем Полинку. Мне здесь ужасно тоскливо. Я же говорю, Секас хочет Полиночка. Дома? Да, Секас дома, да. В поселке. А, не, в поселке. Секас в поселке. Будем, короче, новую новелку, ребята, делать. Секас в поселке. Как он? Звучит, да? Здесь никогда ничего не происходит. А если происходит, то всякая гадость. Ну да, все такие хмурые, с хати ходят, без секса. Да-да-да, без секса в поселке все хмурые, да, гадость. Дело даже не в пропавших детях. Ну да. Здесь музыки мало. Да. Но у тебя же кассеты есть. Я не про записи. Я про... Ну, голос этого места. Он не мелодичный. Все шуршит, как патефонная игла. Крепит, воет язык. Тут неуютно. Тесно очень. Ну да, страшновато тут. Не знаю, как объяснить тебе. Да я понял, Полинка, ты чё? Вот и дом рисует наш Антошка. Кажется, я тебя понимаю. Да. Моя сестренка говорит, что чувствует себя заточенной в темницу. Темницы сырой. Идет парень блатной. Вот и я. Я очень люблю дедушку. И бросить его боюсь. Но порой так хочется убежать. Далеко-далеко. В лес. Убежать в лес. Там, там стоит каменный бес. Убежать в лес. Лишь бы тебе не настал, блять, пиздец. Ну ладно, неважно. Что-то я в этой серии запелся. Запизделся, да, ребят? Я когда рисую, будто путешествую. Да, флешбеки этими ручками. У меня также со скрипкой. Короче, это, у них, как эти врачи говорят, искусство вдохновения, короче, чтобы отвлечься от всяких херни в голове. У нее искусство музыкой, у этого искусство рисунками, у кого-то искусство ютубом, у кого-то искусство хер знает еще чем. Ну да, тут выбор сейчас будет.
предать либо своих друзей, либо сказать правду про Ромку, да? Вот и выбор. Выбрать либо друзей, либо тёлку. Полинку, блин. Тяжелый выбор. Так. Ну, вообще, по логике вещей, выбирал Алису изначально. Я говорил еще в прошлом прохождении своего прохождения зайчика. Если кто помнит, если кто-то будет смотреть прошлый стрим или смотрел прошлый стрим, а если не смотрел, советую посмотреть. Я не хочу идти по любовной линии. Не знаю почему, просто я не хочу Полинку выбирать. У меня есть Алиска Редиска, Алиска Лисичка, да. Я хочу, я знаю, что я, может, и не замучу с Алисой. С Полиной я не хочу в своей цепочке прохождения. Поэтому я выберу Ромку. Вот. Не знаю, к чему это приведет, но пусть Ромка шпилит Полинку. Либо Полинка шпилит Ромку, да? Короче, в чем смысл? Либо Полинка ему откажет. Не думаю, что у Полинки нет своего мнения. Она будет как маленькая наивная девочка подсовывать свою жопу Ромке. Так что я выбираю друзей, команду Вольтрона. В следующем выборе, может, я выберу Полинку, но выбор ничего не даст. Она скажет, что вот ты такой честный, спасибо тебе, я вся таю. Короче, хочет его Антошку больше. А я не хочу, чтобы меня больше хотели в моем прохождении. Я хочу, чтобы меня хотела Алиса. Или я ее хотел, но неважно. Короче, пойду по стопе друзей. Ну, свое мнение по поводу отношений и дружбы я не буду высказывать. Это уже конкретно выбор каждого, принцип каждого в нашей жизни, поэтому смотрим дальше, ребят. Да, дружба для Ромки не пустое слово. Блин, музыка классная. Я, короче, это... Музыка прям показывает, что я... Как сказать? Верный выбор сделал. Ты выбрал... Вольтрона... Не будет короны... Вольтрона... Теперь ты... С нами. Вот и друзья. Ну что, будет проигрыш? Нет? Печаль. Сейчас что-то будет. Поскорей бы уже повзрослеть. Думаешь, будет проще? Не. От взросления, ребят, проще не будет, отвечаю. Тан-таран. Тан-таран. Что у нас тут в словаре? Так, Петросян, Кармен, Вольтрон, Чикатило. Так. Дэнди. Вид. Блин, Музон вообще четкий, ребят. Тен-тарен. Блин, мне Музон прям нравится. Я прям часть Музона прям отсюда с этой новеллы хочу. Прям музыка топ. Так. А что у меня Steam не вызывается? Та-дам. Блин, все равно мало играем. Так. Вот типа к нам и пришли. Ну да, они ж репетировать хотели.
Полин, подожди минутку. Посмотреть. Вот наши друзья. Подождите, я сейчас! Угу. Мне надо бежать. Да-да. Мне тоже. Ага. Спасибо, что выслушал. Да, без проблем. Обращайся. Ну, мы будем друзьями. Пам-пам-пам. Мама смотрит сериал. А мы погнали на улицу, да? Текс. Ага, типа того, да? Ну погнали, чё? Фигура. Прикольная атмосфера. Ха, смотрят герои Санта-Барбары. Ну что, да, Триална? Мы тут замерзли совсем. До костей продроглено. Шевелись! Да иду, иду! Так, Бяша замер к тайге. Сова. Бля, как-то громко в наушниках звучало. Пиздец. Ну, здорово. Угу. До самых косточек. А, бежим. Чтобы выманить меня. Беги, Форест, беги. Совы умеют летать, ну да. Вот и волчок. Ну, здорово. Да, слюна. Беги, спасайся. Через заборы. Медведь. Да. Беги, Антошка. Не время копать твою картошку, да? Угу. Ну да, бежит, бежит. Вспотел. Угу. И пиздец, да? Ух, какой ты быстрый! О, привет, Алиска. Рыжая пиписка. Так. Обнять ее. Ты... Что ты здесь делаешь? Да вот. Что вот? Шапочку нашла. В бюро находок подрабатываю. Да ты шутник, однако, Алиса. Надевай, а то уши замерзнут, а потом, глядишь, и вовсе отвалятся. Ну да.
Смешно. Угу. Шапочка. Да бери уже. Тепло? Наверное. Хм. Там во дворе были какие-то дети. И что, покусали тебя, что ли? Ха-ха. Нет. А чего же ты убежал? Рефлекс. Рефлекс. Не знаю. Не знаю. Эх, обещала не обзывать тебя дурачком. Да, но ты дурачок. А я обещание исполняю. О. Ну? Опять кушать предложишь? Сколько можно повторять? Со мной ты в безопасности. Да. Безопасность прежде всего, особенно с Алиской, да? Та-та-рам. О, не, подожди. Угу. Я твой друг. А больше, чем друзья, мы можем быть? И они. Давай. Вот эти дружки. Ага. Волчок, сова и медвежонок. Я думал, Укмала, ты в снег провалился. Стало снеговать, нет тебя. А я не копал, лень копать было. А ну как получается, если дурак, ты бегай да копай. А если умный, подожди, пока другие набегаются, накопаются и устанут. И уж тогда заводи разговор. Как я рад! Дегенерат! Шутник. А? А? Не обращай внимания, он со странностями. Вот тебе поворот. Вы просто меня напугали. Да, шутки такие у них у местных. Так, может такой скрин сделать? Что-то мне кажется, вот я ходил на превьюшку, но Алиску я не хотел. Ой, Полинку на превьюшку. А вот, в принципе, если взять вот их на превьюшку, будет вообще шикандос. Да, да, Лиса права! Кстати, знаете, что я заметил, ребят? Что глаза видны только у Алисы. И вот если мы Алису потеряем, то... нам пиздец, да, вот, грубо говоря, так. Это он. Нет, это наш. Зайчик, да? Неужели нашли? Ага. Наш зайчик. Угу. Да-да, похож. Первый! И последний, да? Ну, конечно, ты первый. Угу. Это волчик раньше всех почуял зайчика в тебе и рассказал нам. А, знаете, когда он нас почувствовал? Когда мы вначале варюшку нашли, скорее всего, волчок был рядом. Вот. И он нас почуял. Здравствуй. По-любому. С нашей совушкой ты знаком не понаслышке. О-о. Не такая уж она и страшная, правда? Она, кстати, нам очки вернула, сова. Да, наверное. Угу. А этот улыбчивый бугай — медвежутка. Медвежутка. Ты лучше с ним поласковее, а то голову откусит. Е. Зачем это? Хрен знает. Да, смотрю, ты чувство юмора где-то обронил. Хм. Да. Когда в следующий раз придем,
Будем звенеть колокольчики, чтобы ты не так боялся нашего визита. А у нас разве есть колокольчики? Хер знает. Чур, я звенеть не буду. У меня лапка болит. Лапа болит, то есть медведь попал в капкан, да? О, зубы показал. Это добрый знак. Не ожидала, что сможем тебя рассмешить. Я думала, это под силу только Диснейленду. Подожди, а откуда Алиса знает про Диснейленд? Откуда ты знаешь? Во-во. Да так, прочитала кое-где. Прочитала. Но у меня есть подозрение, что тетрадку... тетрадку знает только Полина. Это тетрадка Полины, а так как она знает про Диснейленд, то, скорее всего, Алиса это Полина. Я не знаю почему, но я, блядь, просто чувствую, что Алиса это Полина. Не знаю почему. У меня просто такое сильное... Сильная интуиция, короче, ребят. Про меня? Про клюв от воробья. Про Диснейленд, Ярхантов. Все. Ты умеешь читать по-человечески? Зря я, что ли, в школу хожу день ото дня. Вот, она в школу еще ходит, зашибись. По-любому это Полина. Жесть. Как детей не замечать, как мечты их раскачать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко вломить, с детства слабеньких чморить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Ну чё, прикольно. И всё. Теперь ты с ними. Такс. И они тебе... Проверяли тебя. Им можно доверять. Ну, наверное. Никто тебя больше не обидит. Драк. Ага. Пусть только попробуют. Ну, таких друзей иметь офигенно. Мне бы таких друзей хотелось бы. Ну что, Тоша, убежишь с воплями или с нами пойдешь? Куда? Гулять. На аттракционы! О, кстати. Я хочу... Вот именно этот скрин сделать, наверное, поставить на превьюшку. Я сначала хотел очки поставить на превьюшку, но что-то передумал. Вот кто на флейте играет, хер его знает, что за музыкант. Может, ее дед... Он же сказал, с музыкой был связан. Но это мои предположения. Текст. Погнали, чё. Ля-ля-ля-ля-ля. Я пошёл туда. Всё это напоминало мой сон. Мой сон. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Словно летаю в поля. Вау. Ёпарасоте, надо скрин сделать, подожди. Ай-яй-яй-яй-яй, подожди. А ну, скрой. О, зашибись, я офигенный скрин нашел. Красиво. Согласен. Очень красиво. Это мелочи. Блин, ну здесь они как-то не очень смотрятся гармонично. Если вот... Хотя...
Наверное, сделаем здесь, короче, этот. Из скриншоти. Я покажу гораздо больше. Давай, давай, показывай больше. Стриптиз танцуешь, Алиса? Если захочешь. Конечно, я захочу от тебя стриптиз. А как же? Ага, теперь он маску, скажите, да? Скажите, а зачем вам маски? Ну давай, давай. Ага. И все. А тебе зачем? Интересно. Но я без маски. Сейчас одену, блядь. Обожаю человеческие сказки. Человеческие ласки? Человеческие дрязги. Я же говорила. Что? Все жители поселка носят маски. Ага. Только скрываются за ними отнюдь не люди. По факту, по факту. И даже я? Ты такой рассеянный, Антон. Однажды мы уже нашли твои очки. И шапку. Твое настоящее лицо. Ну да. Офигеть. Блин, ну можно было бы, конечно, сделать превью вот такое. Но, блин, я не хочу. Как скрин красиво, но не как это. Ну давай уже, чё. Бери. Чё остаётся-то? У нас нет выбора. А куда подевался Семён? Что с ним стало? А хер его знает, да? И с остальными детьми. Да. Чё? В смысле? Что? Так. Кого держали в клетке? Кого? Тот, кто режет мелко-мелко. Тот, кто носит кожаное лицо, забрал их. Интересно, кто? Умел бы я креститься, перекрестился бы. Хотите сказать, это был человек? Чем ты только слушал? Кожаное лицо. Разве можно назвать такого, как он, человеком? Да нет. Одно слово. Взрослый. Взрослый? Ну, я надеюсь, не батя наш, да? В мире взрослых так легко потеряться. Убийцы, жестокие дрессировщики и равнодушные родители. По факту, согласен. Ах, лучше об этом вовсе не думать, чтобы не грустить. Не знаю, как вам, а мне печалиться совсем не хочется. Ага. Я сегодня какой-то не грустный. Ну? Антон, а ты? А? Ну, я был грустный, но потом перестал грустить. Потому что играю. Да, играю и отвлекаюсь от всякого дерьмеца. Так что, сядем тосковать или займемся отдыхом? Да, отдых, отдых, да. Алиса хотела что-то показать. Да, давай, конфетки. Давай начнем с самой сладкой части программы. Трусики покажешь, да? Эх, зря. А я надеялся. Блин, кто же за маской? Да Полина, по-любому, вы на глаза посмотрите, блядь, это Полина. Вот серьезно, посмотрите на ее глаза черные. Полина, блин.
Вот если, короче, Полина исчезнет, Полина, то, скорее всего, после исчезновения, хотя я не знаю, почему она исчезла, хер его знает. Полина, блин. Чуть не подавился, блядь. Одевай. Не-не-не-не-не. Пощипывала, блядь. Говорила же! Это твое! Ням-ням-ням. Мое. Мое. Чего стоим? За нас веселиться никто не будет. И то верно. Давай. Танцуем диско. Танцуем диско. Ага, лиса, значит, полетела. Прикольно. И ты так можешь. Попробуй. Прыгнуть, да, блядь? Давай. Они, кстати, что-то цветными стали, это странно. Ха. Ага. С нами ты в безопасности! И все твои мечты станут явью! Ага. Я так счастлива, наконец, обрести тебя! Счастлива она. Зайчик! А Алиса-то... Точнее, Алиса-то зайчика может-то чё? Слопать-то? Потому что Алиса-то, блядь, хитрая. Прикольная тема. Правильно, бойтесь, я допрыгну до вас. Прикольный скрин. Текс. Да. А, он ее взял. Так. А флейта все играла. Ты че, опять в облаках витаешь? И все, и пиздец. Это типа он в облаках витал, да? Жаль. С вами, блядь, полетаешь. Кстати, а когда успели кого-то похитить? Чё? Ну чё? Ну чего? Вот, это именно, ну чего? Ну сейчас мы узнаем уже конец этого эпизода, да? Я так понимаю, да? Чё-чё? Пока ты носом клевал, Катька пропала. А-а-а, Катька, блядь, та, которая это... Ну, которая маньяк найдёт, изнасилует, я ещё пожелал, чтобы она это... Маньяк её нашёл, да? Катьку не жалко. А вот куда Полинка пропала, вот это вопрос, кстати.
Как пропала? Быть не может. Да-да-да, наконец эту шестерку, блин, поймали. Катюша, мелкая пиздюша. Так, нам-ням. Так-так-так, 12 января на дворе. Глаза зеленые, волосы светлорусые, худощавая, с капюшоном была одета. Белый шарф и перчатки, брошь на шапке в виде цветка. В виде цветка. Ага. Чё дальше? Катя! Катя! Так, спасибо, вы прошли третий эпизод новеллы. Дра-дра-дра. Дра-дра-дра. Значит, игруля, твиттер, Steam, ВК и все в таком плане, да? Так. Опа, уже все показаны эти, как его, персонажи. Короче, опа-на. Еще кто-то. Короче, кроме совы, волк, медведь, по-моему, да? Медведь, сова, волк, лиса, зайчик, да? Фух, ну что я хочу сказать? В принципе, третий эпизод, он прикольный. Там, по-моему, разница, по-моему, только в том выборе третьего эпизода, что мы выбираем, короче, это, прочитать документы или нет. Мы прочитали документы, вот. Там узнали, что пропадала, по-моему, Катька почему-то. И Вовка, по-моему. Теперь пропала Катька, только другая Катька. Полинки-то, кстати, тоже не было. Меня смутило, что не было Полинки. Полинки не было. У меня есть подозрение, что Полинка — это лиса. Ее не было в школе, но кто знает, может, Полинка была на репетициях, а там она все-таки... музыкантка. Да, музыкантка, о чем я и говорю. Так, сколько мы играем? Мы играем час 12, почти 2 часа, да? Да. 2 часа. Короче, дело к ночи, да? Только дело уже не к ночи, а дело к утру. Му-му-му-му, не знаю, не к утру, ну ладно, неважно. Короче. Ребят, почему я подозреваю, что Алиса лиса? Вы, наверное, сейчас скажете, да у тебя нету, типа, ну как сказать, как это обычно говорят, фактов, доказательств. Но у меня есть предположение, а предположение — это тоже не хуже фактов. Короче, достала это слово, да. Смотрите, она говорит, что она хорошо слушает, то есть у нее уши, да? Помните, она говорила про уши? Мне бы твои глаза. Вот. У меня подозрение, что лиса, животное, хорошо слышит. Почему? Потому что она охотится за, ну, зайцами, кроликами и вся такая хрень. Вот. Если она хорошо слышит лиса, то, скорее всего, Полина и есть лиса. Если ассоциировать лису с Полиной, то Полина хорошо слышит. А значит, Полина лиса. Почему, кстати, кролик Антон? Потому что кролики хорошо видят. Они почему бегают хорошо, да? Видят хорошо кролики. Поэтому они ассоциировали Антона с этим, с кроликом. По поводу совы, кто хорошо летает, я не знаю, кто хорошо летает в школе у них. По поводу медведя косолапого, возможно, это этот, толстяк, медведь. Ну, ассоциация, да, толстяка с тем толстяком. Кто такой волк и сова? Ну, я мог бы подозревать, что волк — это Ромка, а сова — это Бяша. Но я не знаю, почему именно сова Бяша, а Ромка волк. Если все они откроют свои лица и окажутся они-то, ну, это они, то было бы это довольно, ну, как сказать, круто. Ладно, что-то я сегодня очень много разговорился, распизделся, пошутил и так далее. Короче, ребят, спасибо, что смотрели. Мы прошли на данный момент текущий эпизод игры, такой новеллы клёвой, как «Зайчик».
третий из 5 эпизодов, ну, планируется 5 эпизодов. Мы его прошли, я получил свое удовольствие, кайф, показал вам на канале Казуку Фэмили, потому что Куплинова многие смотрели, но я не Куплинов, я Казуку Фэмили. Это мои впечатления, это не впечатления Куплинова, как пример, да? Вот. Так что, в принципе, ставьте лайки, всегда, приглашайте друзей, всегда, ставьте колокольчик, не всегда, но чтобы не пропустить, как сказать, ну, уведомления в нашей группе, на канале в Ютубе и где-то там, где вы еще сидите, помимо Ютуба, ВК, что там, Инстаграма, Телеграма, вот, да. Так что, в принципе, всем, наверное, до новых встреч, как говорится, вот. С вами был Казуку Фэмили, всем до скорого, увидимся потом и в 4-м эпизоде Зайчика, как он выйдет, а всем пока-пока!